понятно. Нет, я хотела вас спросить, вы знаете, я наблюдала то, что... И не понимаю, как так получается, что вы вместе с усатым, с этим, с черным голосуете. Это вообще бред полнейший, конечно. Я не понимаю, какой вы точно партии? Или вы объединились я с демократами? Я являюсь советником партии социалистов Республики Молдова. На последнем заседании совета я голосовал... Что? Вы видели, как я голосовал? Да, вместе с демократами, с черными, со всеми бандитами города Бельц. Соединение 5000 лев ветеранам Великой Отечественной войны. Господин Ильич предложил избрать нового председательствующего черного Андрея. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Поздравляю сегодня Ильича и Сталина, свидетелями узурпации власти, повторюсь, захвата местной власти, демократа. Женя. Почему вы два совета до этого пропустили? Да, наша партия же внесла такое предложение. Почему вы пропустили два совета и до тогда этого? И вы не поддержали их. Не вы нашу партию не поддерживали, а поддерживали сейчас бандитов города Бельц. Значит, поддержка политического формирования. Вы там устроили бардак в этом совете. Вы не думайте о людях города Бельц.